16 поединков и 108 мячей за два дни. У Кировску прошли гульни другого тура чемпионата Беларуси по пляжным футболе. Господары спаборництва кировчане не смогли порадовать своих болельщиков. Во всех матчах наша команда соступила соперникам. Дарэчы, райцентр сёлета яшчэ прыме матчы чемпионата Беларуси. 8-9 липеня тут пройдет суперфинал турниру. Так само Кировск стане местом учебно-тренировочного сбору молодежной и национальной сборных Беларуси. Кировск действительно одна из старейших команд в пляжном футболе Беларуси, достойный коллектив, и у них всегда было очень правильное направление – это подготовка молодежи. И сегодня, в этом году, Федерация пляжного футбола, именно Кировск, выбрана как команда и как место для подготовки молодежной сборной У-23.